предстоящем игровом сезоне клуб пополнится как новыми, так и уже знакомыми болельщикам лицами. В команду пришли защитник Михаил Прокопьев, полузащитники Андрей Прокопьев, Вячеслав Вдовенко, Егор и Александр Егорычевы, а также нападающий Сергей Ган. Сегодня я хочу уже официально заявить, что хоккейный клуб «Байкал Энергия» совместно с генеральным спонсором компании «Ен Плюс Групп» завершили комплектование команды Суперлиги в сезоне 2019-2020. Некоторым спортсменам уже довелось выступать за иркутский клуб. Александр Егорычев отыграл за «Байкал-Энергию» 8 полноценных сезонов. В 4 из них ему удалось стать лучшим бомбардиром команды. Прошлый сезон спортсмен провел в красноярском «Енисее», но решил вернуться в Иркутск. Да, я как будто не уходил. То есть ничего не изменилось? Ну, можно сказать, что нет. Все осталось так же. Приехал домой. Новичком в команде стал Сергей Ган, воспитанник новосибирского «Сибсельмаша». В копилке достижений молодого нападающего – золотая медаль 29-й Всемирной зимней универсиады, титулы чемпиона мира среди юношей и юниоров и лучшего бомбардира турнира. Да, я думаю, мы должны показывать сейчас свой хоккей. Ну, чем-то нравится, чем-то напоминает им. Будем стараться поддерживать эти традиции, да. Ну, каждый клуб хочет там призовые места занять, не у каждого получается. Да, я давно слежу за этой командой, всегда уже на протяжении, грубо говоря, там 8 лет она все время в призах. В предстоящем сезоне «Байкал Энергия» облачится в новые цвета. Представители клуба говорят, что поучаствовать в создании формы может любой желающий. За оригинальный и талантливый эскиз счастливчика ждет достойное вознаграждение. Марина Беклемишева, Алиса Тархнишвили, Константин Синицын. Новости сейчас.